Всем привет, товарищи! Сегодня вот хочу показать вам пару моделек для юных коллекционеров, скажем так. Ну, если признаться, ребят, то многие, наверное, тоже покупают из вас такие модели. Почему? Ну, например, если брать вот четырку, да, то ценник у ней, конечно, будет отличаться вот от такого ценника в 43-м масштабе. Ну, после доработок это, конечно, будет выглядеть существенно лучше. Ну, да ладно, ребят, технопарк сегодня на обзоре. Вот такие две интересных модели я выбрал показать вам. Но я знаю, что вышла вот четырка еще в гражданском варианте. Но, к сожалению, в продаже я ее пока не нашел. По крайней мере, на своей территории, где я нахожусь. И покажу вам две модели, вот в полицейском варианте, спецмашины. Посмотрим сначала, ну давайте, наверное, с четырки начнем. Технопарк обновляет свои коробочки, конечно, выглядит это значительно лучше, коробочки интересней, аккуратней, чем вот этот вот весь красный фон, он уже приелся. И вот такой вот бежевый картон с интересными изображениями. Здесь вот представлена коллекция Технопарк, который выходит. Ну, я пока еще много чего не видел, но тем не менее вот на упаковке есть. Опять же, такие модели, они больше как к игрушкам относятся. Как вы видите, на коробке изображено элемент открывания дверей, фрикционный механизм. Но это чтобы больше детишек привлекать, чтобы они какой-то интерес развивали и фантазию, наверное, во время игры данной игрушкой. Ну, многие, как я уже говорил, из вас тоже берут, дорабатывают. Да и у меня тоже есть такие машинки в коллекции, ребят. Я вам их показывал давным-давно, повытаскивал я из них все механизмы. И как бы вот, скажем так, упростил их. Откроем эту четырку, посмотрим. Внешне, конечно, по геометрии кузова, внешне, наружка, очень все похоже, правдоподобно, но есть огрехи, и мы сейчас с вами их посмотрим. Но вы знаете, это, как вам сказать, ну, особо-то производитель не заостряет внимание, да, на каких-то, скажем так, точностях своих игрушек. Но внешне это, смотрите, очень похоже. И вы уже видите наверняка все эти огрехи. Мы сейчас ее открутим вот из картонной упаковки при помощи отвертки. И, конечно же, посмотрим, что с ней не так. Хотя это уже бросается в глаза. Причем сразу. Ну вот смотрите, какой низ. Это хуже даже, чем у Вэля, ребят. Фрикционный механизм. Заявлено, открываются двери. Багажник у нас. О, смотрите, багажник открывается. Дверь багажника. Все достаточно просто. Фары. Фары вот тоже не было видно в коробке, что из себя представляет фара. Ну вот вы сами видите, это вот рамка передних дверей, утолщение. Если кто-то будет дорабатывать, это надо будет спиливать. Ну это уж с лобовым стеклом, это уже перебор какой-то. Здесь уже что вот сделать, ну не знаю, стереть вот эту вот черную окантовку, но все равно стойки они утолщены. Передние колпаки вообще не от четырки. Колпаки шли на АвтоВАЗе в основном, на семействе автомобилей УАЗ-2110. Преимущественно они шли в комплекте в каждом автомобиле, насколько я помню. Ну и вот открываются двери. Панель, по-моему, у ней 83 стоит. По-моему. Да,
Нет, 14 панель. Все как-то сделано так. Ну, знаете, понятное дело, что для детишек в основном нам такие машинки в коллекцию явно не пойдут. Наверняка кого-то из вас заинтересует, конечно же, если кто-то не найдет гражданскую такую вот машинку, можно приобрести. Помогу вам с приобретением. Если кто-то иногородний, если кто-то проживает в Тольятти или Самаре, то это сеть детских магазинов Мультибум, ребят. На сайте не смотрите, они в базу данных сайта не забиты, интернет-магазина, но в продаже они, по крайней мере, есть. Ну, а иногородним я дам номер телефона менеджера, и вы можете ее приобрести. Посмотрим следующую. Это что у нас? Это Kia DPS. Вот видите, она раскрашена в полицейской ливреи. Ну, она у нас еще имеет звуковые эффекты. Цена ее 579 рублей. Артикул вот вы можете видеть. Ну, по крайней мере, она тоже привлекла мое внимание. Вот мы тоже сейчас с вами посмотрим. Пока сейчас я вот уберу четырку в коробочку обратно, и мы с вами продолжим. Посмотрим с вами полицейскую Kia. На мой взгляд, тоже интересная игрушечка, но уже она у нас со звуковыми эффектами. Посмотрим, что у нас за коробочка, какие здесь картинки. Ну, страна, производитель, описание, в какие страны поставляется. Как всегда, коллекция, которая выпускается, представлена на задней стороне коробки. И, в принципе, наверное, все. Ну, такая информативная коробка, интересная. Но для нас с вами интересна сама игрушка. А здесь вот такой присутствует защитный ярлык, который нужно удалить. И, скорее всего, при нажатии колес... Вот видите, она даже разговаривает. Ну, хоть это и игрушка, но сделано, конечно, тоже очень хорошо. В плане, опять же, для детишек это интересно. Для нас, конечно, она представляет менее интересный экземпляр. Ну, внешне, конечно, очень красиво. Имеются открывающиеся элементы. Задняя дверь, передняя дверь. Вот. Что-то вот. Вот вообще, как вот ее открыть, видите? Ну, только за зеркало. Не знаю, видно салон, нет. Немножко темновато у меня тут. Кстати, вот видите, что-то вообще китайцы стали упрощать свои машинки, хотя Вэлли это не делает. Видите, вот дверных карт на дверях, они вообще отсутствуют. По крайней мере, вот на технопарке. Не знаю, у всех, не у всех моделей такого уровня, но что есть, что есть, что есть, то есть. А проблесковый маячок не функциональный, только передние фары. Вот такая интересная машинка. Я думаю, что не знаю, новинки это, не новинки, но вот я их увидел впервые и решил вам показать. Наверняка уже многие из вас видели, просто, может быть, до меня они дошли поздно. Ну, скорее всего, наверное, недавно они появились в продаже, потому что я слышал, уже есть в продаже гражданские 14-е. Помните, у Автотайма была пятнашка. Вот. Очень давно. Сначала они выходили в гражданском варианте, потом уже шли в полицейском и... Ой, в милиции, по-моему, что тогда было. А потом уже каких только не было. И газовые службы там. Ну, это вообще бредятина полная. Во что только китайцы их не раскрашивали. Но цвета у них были интересные. Даже и вот в таких вот интересных моментах, как газовая служба. Ну, вот, в принципе, наверное, все. Что хочу сказать по сборкам, ребят. По сборкам не знаю пока ничего. Сейчас вот пришла весна.
И тоже как бы и немножко лень что-то делать, да и дел полно, кроме этого. Коробки все лежат на своих полках, ждут своего часа, ждут сборок. Знаете, что я планирую в ближайшее время приобрести? Урал-вахтовку от AVD Models. Давно мечтал об этой модели, наконец-то они в продаже появились. Думаю, что в ближайшее время закажу. Правда, знаете, что смущает? Поднялись цены. Ну, это уже что-то, мне кажется, борщ. Ну, куда так? Доллар падает, а цены на прежнем уровне. Я смотрю, некоторые модели зависают в продаже. Конечно, кто-то покупает, люди будут покупать, кто финансово более благополучен, да, они будут покупать. Но вот мы, вот средний класс, уже от чего-то приходится отказываться. Но явно уже вот на такой я переходить точно не буду. Про приобретение я вам говорил, иногородние пишите. Пишите в комментариях, кому это было интересно. Ну, а в Тольятти и Самаре, ребята, еще раз повторюсь, я в детских магазинах Мультибум. Есть у меня планы показать вам пару игрушек, то есть автомобилей грузовых на радиоуправлении. Есть там тягач один такой интересный, фургон со звуком, он отцепляет сам прицеп. Есть еще один грузовик большой на радиоуправлении, не знаю. Может быть, в самом магазине сделаю видос. А может, ну, скорее всего, в магазине, потому что там удобно, причем вот делать это дома на небольшом столе. Я думаю, что мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока вот такая вот ситуация. Сами понимаете, что происходит в мире. Да и на фоне этого, конечно, меняются какие-то свои дела. То есть, ну, напряжно, напряжно, я вам скажу. Вот, и потихонечку тоже будем как бы приспосабливаться, скажем так, к этой жизни, куда деваться. В принципе, все на это. Я желаю вам всем здоровья, удачи и не унывайте. Пока, всем увидимся обязательно.